Всем доброго времени суток, конечно же, моим любимым подписчикам и гостям моего канала. Сегодня мы находимся на моей кухне, и покупочка будет связана, ну, не для кухни, а для удобства, можно сказать. Покупочку я сделала на Валберисе, и вам сейчас расскажу. Слушайте, вчера часов 10 вечера я заказала, сделала заказ. А сегодня после работы, где-то 4:30 вечера, я пришла на пункт выдачи Валберис и забрала посылочку. Вот такая коробочка в коробочке. На пункте выдачи я все проверила. Я просто распечатала коробку. Достала вот такую. Сейчас вам расскажу, что это такое. Посмотрела, что трещин нету. И забрала. Ну а сейчас мы вместе с вами откроем, скроем. И сейчас я, когда буду все это скрывать, расскажу, что же это такое. Это, да, я маленькое дитё, можно сказать. Это салфетка, выполнена в виде ретро-телевизора. Вот такая коробочка. Сейчас откроем. Вот здесь... Сейчас все вместе с вами будем складывать. И дальше будем продолжать диалог. В этом пакетике находятся ножки к нашему ретро-телевизору. И такие заглушки, кнопочки. Начну с ножек. Вот они разной длины. Итак, по длине ножки надо... сюда установить, чтобы был, ну, как вы понимаете, наклон. Ну, еще наловчиться надо. Тоже длинную. Ну, здесь все видно, в принципе. Должна в пазик войти. Ну, а коротенькие сзади. Тоже тут есть пазики. В принципе, ничего такого сложного здесь и нет. Ребенок сложит, можно сказать. Ну, только вот сила нужна немножечко, конечно. Так, с ножками мы все сделали. Стоит устойчиво, в принципе. Ну, а здесь такие кнопочки, заглушки. Тоже, видите, пазики есть. Ну, просто надо как будто бы... У меня, кстати, в детстве на кухне, когда мы жили еще на проспекте, стоял похожий такой телевизор. Тоже вот белый такой корпус. И вы знаете, не у каждого, кстати, стоял телевизор на кухне. Не каждый мог похвастаться. А у нас стоял. Правда, там ничего такого не было. Не показывали, но... Все, вот это сложили. Итак, это салфетница. Можно... салфетки. Ну, правда, не такие салфетки. Но я не буду здесь держать салфетки. У меня вот такая сумочка есть. Тут у меня и пауэрбанк, и всякие зарядки. Я буду хранить здесь, чтобы я не бегала. То есть вот этот мой интересный ретро-телевизор поселится на моей кухне. Так, надо вот все, все. Прикольный такой, да. С одной стороны только есть. Вот. Знаете, я просто очень... Ну, вы знаете, что каждая женщина, девушка... мы проводим очень много времени на кухне, да. Ну, вот я люблю посмотреть какие-нибудь там сериалы. И посмотрим сейчас, когда готовлю. Это мой старый телефон. Вот. Собственно. Сюда входит, как говорится. Входит и выходит. Вот теперь я буду на кухне смотреть свои любимые фильмы. Сериалы я не люблю. Вот, можно подзаряжать. Замечательно. Может быть, опять себя увижу. Но здесь это, да, это мой канал. Сейчас вам расскажу. А расскажу вот что вам. Я всегда, ну, я очень много, да, провожу на кухне времени, к сожалению, ну, не к сожалению, ну, как-то так получается. Готовлю,
даже работаю. Я люблю как-то на кухне проводить время. Ну и включаю фильмы. Даже когда, знаете, когда я делаю маникюр, тоже я включаю какой-нибудь фильм интересный и смотрю, чтобы как-то убить время. Так вот, в очередной раз я смотрела, ну, включила фильм, думаю, что-то такое вот знакомый сюжет, но я его не видела, этот фильм. У меня память очень хорошая, смотрю. А в этом фильме снимаюсь я. Ну как, ну ни в какой роли. Я лет 10 назад очень, ну, как-то любила, Вот увлекалась. Я ходила на ходила массовку. на массовку. Всегда вот, ну, это продолжалось, наверное, лет 5. Каких только я фильмах не снималась. Даже иногда, даже режиссер, вот здесь я Будет массовку осторожнее. включу. В Очень следующий интересный, раз вам кстати, ничто не фильм. поможет. Я советую Это я посмотреть понимаю. «Уходящая Ну натура». что? Он маленький, 2 серии и все. Товарищ Маков, ну, коль Там вы у я нас в нашем помечу скорбном доме, какой-нибудь может, вы общаетесь с стрелочкой. народом? Это я С народом, с играла, больными? С не играла, персоналом. А, даже очень можно плохо. сказать, Конечно. игры. Спасибо. Ну, вот, хорошо. Заходите. У Так нас и вот. фотоаппарат есть. Я была очень рада, Снимемся на память. снималась. И я Доктор, забыла уже. Я даже заводила можно тетрадку, как потому что я здесь фильмы мероприятие? снималась. Снимался Поговорить? мой муж, снимался мой сын. Ну, Это так было скажи, здорово, так интересно, что я Хорошо, артистов проведите. повидала. Ну, это Проведите, совсем другая товарищ. жизнь, конечно, интересная. Ну, внимание! Ну что, давайте лучше встанем. Девочки, встали. Вот, встали. И теперь я тоже буду наслаждаться. Найду-ка я свою Улыбаемся. тетрадку, каких я фильмах играла. А фильмов, наверное, ну, 30, так точно. Да. И буду готовить вкусную еду, буду делать маникюр, но уже вот с таким ретро-телевизором. Мне очень понравился, знаете. И я вот под цвет кухни, под цвет обоев подобрала, я думаю. Короче говоря, одним словом, я покупкой осталась очень-очень довольна. И вообще такой, это такой подарок можно вот сделать. Я чисто случайно, вот серьезно, вчера чисто случайно увидела вот такую штуку. Да, я знаю, что на ТикТоке взрывает вот эта салфетница телевизор, да, но я на ТикТоке не сижу. Честно говоря, просто нету времени. Ну вот, очередной раз я с вами поделилась покупочкой. Ставим лайки. Обязательно подписываемся. Я с вами не прощаюсь, а всего лишь говорю вам пока-пока. До новых встреч.